Ой, как же он смотрится, красивый куст василечков. Сейчас еще куст ромашек зацветет. Ну, мало места. Для яблоньки очень мало места. Лилии. Так, вот у меня в этом году первые грибочки. Вот они. Маслятки. Пометили их. Так, что я хотел сказать? А, понятно. Главное, вот я не стал гербицидами брызгать дорожку. Перед отъездом в Абхазию я обработал часть вот. Здесь вот сжег. И вот здесь дорожка, вот как она была, чистенькая, хорошая, так и осталось. Это прошло сейчас, ну, 26-го я уезжал, мая, 22-го я обработал. И вот ничего еще не проросло. Сейчас посмотрим. А, чем я обрабатываю? Вот такой вот штукой. Мох сгорает вообще в момент, и его долго нет. А так вот, взял от швабры палку, чтобы здесь держалось в этом месте. Трубочку просто ставил, чтобы здесь закрепить и здесь. Она здесь не греется, греется вот эта часть чуть-чуть, здесь нет. Потихонечку сжигает. Ну, не быстро это, конечно, происходит. Ну, он написано 3 киловатта. Я просто знаю, что есть специальные. Вот, получается где-то так. Вот. Чистенько. И долго не растет. Вот здесь уже я ничего не сделал. Бросил. Это мне не дает работать, любимая. Вот стирает, сушит. Жимлость очень порадовала в этом году. После пересадки. Она в другом месте росла. Я осенью ее пересадил. Ой, все осыпается. Много ее. Молоденький кустик, ему 3 года. А вот голубики в этом году будет поменьше, наверное, что-то не так. Не знаю, что ж, мне летай, летай, работай, работай. Ну, в парнике выжигать нельзя. Здесь дымить ни в коем случае нельзя. Здесь пчелки работают, так что только рвать. Руккола, салатик, а там... Немножко кинзочки. И вот слезой лучок. Так что устать здесь не получится. Вот всю дорожку уже обработал. Вот остался маленький кусочек. Ну, не, быстро идет. Сначала я думал, что медленнее буду работать. Первые я как-то дольше делал. Вот это прометать придется, то, что обугливается. Ну, метла выметает все.
и маленькие дорожки, и побольше. Все обработал. Все. Ну, в общей сложности, ну, где-то 2,5 часа ушло. Но они чистенькие. И я думаю, долго еще не вылезет травка. Вот и здесь площадку всю тоже обработал. Вот так вот.